своем последнем слове хочу сказать следующее, что выполняя свои служебные обязанности, закон не нарушали ни приказы, ни регламент, и действовали согласно действующему законодательству, и вместе с тем попали на самую подсудимую. Это по нашему мнению и по мнению Министерства внутренних дел, вины наших здесь не усматриваются. Если обратиться в сети интернет, взять мнение общества, там более миллиона людей. Несмотря на то, что сотрудники ГАИ это не сахар, и все равно люди как бы больше на нашей стороне. И в связи с этим прошу, учитывая все рассмотрение материалов дела, видеозаписи всех свидетелей, которые мы просили, отметить, что слова Александра Петровича не нашли своего подтверждения, а лишь по факту нашим мнением. В связи с этим прошу суд